Итак, всем привет, мы продолжаем походить к Ховард. И, собственно, что, мы в большей части оказались у этого деевца. Так. Где у нас скауты? Нам, по идее, надо куда-то вот сюда идти, и потом отсюда вот сюда, я так думаю. То есть где-то вот тут у нас должно быть еще несколько объектов. Только как тут пойти, надо будет найти дорогу. Так, собственно, что, пошли искать дорогу? Так, вроде бы... сюда, кажется, по идее. Если я не путаю. Стывный, между тем, деевцы, кстати говоря. Ой, блин. Ёп! Зашибись. Зашибись. Он бежит за мной. Вообще офигенно. Этот идиот выдохся. Класс. Просто класс. Какого хила ты выдохся, идиот? Блин, он заставил. Ну, великолепно. Бля, куда тут идти, е-мое? Ну, господи, уходи, а. Ты меня не видишь. Нет, он идет прям ко мне. Ну, зашибись. Не, зашибенный, как я его должен обойти, блин, объясните, а? Вообще класс, просто великолепно. Просто великолепно, мать его. Ну, мне в ту сторону, я так понимаю. По идее, в ту... ой, бля. Просто оббегаем нафиг. Может, он не заметит, не пойдет за нами. Я на это надеюсь. Че тут, какого фига ты выдыхаешься постоянно? Че-то он идет за мной, вообще класс. Между тем я зашел в какой-то горящий лес. Еще короче. Так, там какой-то костер, палатка что ли. А, давайте как к палатке пойдем, там по идее должно быть сохранение. То есть хотя бы если он меня замочит, то... я хотя бы появлюсь на этом месте. Не придется кругаля давать. А то он что-то вообще ошалил. А, он попал. Ну и, собственно, сохранения было. Отлично. Так, то есть... то есть, блин, я отсюда дал кругаля, вот сюда, что ли, выходит. Тут, кстати, на скале какой-то листочек шумел, вроде бы я помню. Не знаю, может сходить или ну его нафиг. Так, вообще координаты что у нас там? 54, 51... 51. Что там 51? 51.30. Не, это в другой стороне. 54.61. Это вот тут. То есть мне отсюда надо будет пойти вот сюда. А тут чем-то есть интересное? Это у нас чего? Ну где-то 60 поймем. 62.47 и 62.72. 62.72. Ну, где-то вот тут еще есть. То есть, теоретически, наверное, пойдем вот отсюда. Прямо вот эту точку, и отсюда по дорожке выйдем куда-то вот сюда. Тут достанем все, что есть, посмотрим, и пойдем уже вот сюда, и вот выйдем вот эту херню, блин. Ну, примерно так предполагаю. Да уж. Ориентируемся пока, вот ему, конечно, херовато, но... посмотрим. Так, тут вроде бы где-то листочек шумел. Я его даже слышу где-то сверху. Да, точно, он где-то сверху есть. Давайте-ка сходим, возьмем. А, вот он. Лишним не будет. Показания доктора Григория на... Тановичем. По аномалии 0H91. Мы никогда такого не видели раньше. Активность зашкаливала.
Уровень энергии был просто невероятный. Я помню доктора Петкина. Он сказал, что слышал пение. Он видел ангел, появляющихся из света. Нам было очевидно, что оставаться возле аномалии слишком долго опасно. Но нам нужно было ее изучить, и мы решили использовать заключенных. Поэтому мы создали секцию 22. Что-то вот вроде схожая наркомания была в фильме по перевал Дятлова. Фильм, что на удивление снимали пиндусы, и фильм категории Б, скажем так, мягко говоря. Что уже как бы говорит, насколько там все наркоманско. Так, мне иногда кажется, что звук слишком громкий, вот серьезно. Может, это только моё мнение. И, собственно, что, давайте-ка, наверное, пойдем по краю вот тут вот где-нибудь. По скалам аккуратненько. Потому что в лес что-то я заходить вообще не хочу. Ну, за исключением, если только я там записку увижу. И выйдем уже, наверное, вот сюда. Кстати, тут, интересно, есть что-нибудь? Какие координаты там у нас? 54, 51. Не. 54, 61. А, ну это тут. Не суть, короче, не суть. Давайте потихоньку потопали. Между тем, тут лес какой-то вообще стоемный, если так сказать, какой-то обгорелый, что ли, даже не знаю. Не, вы посмотрите. Ой, бля. Он издевается, что ли? Он еще идет между тем за мной, кстати, только. Сволочь, а. Этакий негодяй, блин. Не, ну по идее, даже если я сдохну, это ничего страшного. То есть, как бы я могу появиться у этого. У сохранения, так что не критично. Бля, еще один. Что-то вас тут многовато. Так, мне кажется. Я что-то слышу. Ладно, будем надеяться, что мне кажется. Так, это куда я вышел? Нет, туда я не пойду пока. Между тем, я пока не понимаю, где я нахожусь, если честно. Тут могут быть развилки и в другие стороны, поэтому не факт, что это тот самый нужный мне поворот. Вполне возможно, это даже не он. И лес вот этот, кажется, мне неспоста. Возможно, там что-то даже и есть. Я этого тоже не исключаю. Не знаю, может сходить, глянуть. Ну там наверняка эти ублюдки стоемные. Ух ты, пещера какая-то. Отлично. Пещера — это хорошо. А вот то, что звуки такие в пещере, это очень херово. Двадцать восемь семьдесят, ту, семьдесят, 28, 85. Так тут ничего нет, по идее. Я даже не... Мне кажется, эти координаты вообще не показывают, где, а показывают просто, где, возможно, есть какая-то очередная записка. Такого тоже исключать нельзя. Ладно, давайте-ка, наверное, сходим все-таки в лесочек. А если к нему посмотреть, что тут находится. Потому что все-таки любопытно. В какой-то степени, может, тут что-то и есть. Я даже хер знает его. Не, выглядит жесть, как, серьезно. Пожарище какое-то. И тут, кстати, записка. Да, не зря пришли все-таки. Не зря. Finally, we made it to the pass. Thank God, we made it. On our way, I felt someone was following us.
I heard strange whispers around. I sometimes even caught a glimpse of a moving shadow in the trees. There were moments I could feel someone's breath upon my shoulder, but when I stopped still, hearing the snow crunching under one's boots, and turned around, there was nobody there. I had the impression this is a place of some horrid altar of madness. Nothing is as it should be. Or it's some kind of a nightmare. And then we found the bodies. Something told me not to look, but it looked like something was sticking out. Or maybe there was just some voice in my head which kept repeating, "Go down there, go." I can hear it clearly even now. So I went down and found the remaining four. The way they looked, what on earth could have happened to them? I'm not able to describe it in detail. Smashed skulls, twisted limbs, broken ribs, torn, cut, or burnt skin. Never ever have I seen anything like this. A gruesome image of madness or some sick experiment. As if someone or something played with them and abandoned the destroyed toys in the forest. I felt madness was slowly but firmly overcoming my soul. Да, жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, и мы, кстати... Вилну, кстати, находимся. Юг. Север. Мне надо... По идее, если это север, туда смотрю, то там спереди будет костел. Мне надо... На запад. То есть тут где-то спереди должен быть костел. А мне уходит в ту сторону надо, что ли? Окей. Надеюсь, я Вилна сориентировался все-таки. Мне было бы легче, если бы я увидел костел спереди. Но я его не вижу. К моему сожалению. Блин, ну вот ориентироваться тут очень сложно на самом деле. Ну лично мне, по крайней мере. Фиг знает, может и я один такой в картах Хилл ориентируюсь. Но тут еще местность, знаете, такая однообразная. То есть как бы, что тут снег, снег, везде снег. То есть заблудиться тут это вообще изи просто. Так, ну я тут был, но мне походу все-таки сюда. Ну посмотрим, если что, всегда можно вернуться. Тем более можно быстрым путешествием в палатку в ту вернуться. Где-то записка. Вот ее, кстати, не помешало бы найти. Я хотя бы буду знать, где я нахожусь. Благодаря этой записке. Где она, Вадимая? Вот она. Иди сюда, иди сюда. Аномалии не существует, когда почти 20 лет назад я написал о странной аномалии, произошедшей в моем городе, напоминаю, я сообщил о пространственных искажениях между зданиями, все подумали, что я не аномальный. С тех пор люди по всему миру стали свидетелями тысяч странных, загадочных, необъяснимых событий и явлений. Многие из этих случаев были задокументированы и подкреплены всякими доказательствами. К сожалению, до сегодня ведущие ученые не хотят замечать или просто недооценивают проблему. Мы узнали мнение доктора Джарвиса Ноутхалма из Американского университета технологии и биологических наук. Аномалии возникают почти во всех уголках мира, и это неоспоримый факт. Мы знаем по меньшей мере о нескольких дюжинах таких событий в России и США. Но также мы получили множество отчетов о странных необъяснимых, а иногда и опасных феноменах. Власти должны перестать избегать этой проблемы, потому что каждый год мы регистрируем увеличение количества так называемых аномалий. Я не знаю, что поводит к их возникновению, но они часто имеют трагические последствия. Кроме того, тщетные попытки побить с некоторых стран, сказать, эти события выглядят как все более жалкими. В 1998 году Кремль официально отрицал, что в 50-х годах был основан специальный институт по исследованию природных явлений, который должен был решить проблему аномалий любым способом. Не решил явно. Так. Куда же мне идти-то, блин? То есть, если я пойду по этой дорожке, я выйду прямо в центр. Мне туда не надо. Мне надо вниз, вот сюда. Конечно, может, тут еще что-то тоже есть, но что-то как повлиять желания особо нету. Так, мне надо на юг. Где у нас юг? Вот юг.
Юг там. Окей, значит, идем на юг. Ну, это если мне компас не выйдет, скотина такая. Если он мне выйдет, я его убью. Надеюсь, все-таки не выйдет. Потому что местность тут какая-то стала вообще жесткая просто. Блин, еще звуки эти стремные, е-мое. Не, прикиньте, так одному тут оказаться. Это жесткач полный, блин. Обдеваться можно нафиг. Пещерка небольшая. С координатами. Шестьдесят девять семьдесят. Не, все-таки эти координаты указывают на что-то другое. На места записок, возможно, каких-то. А, на места палаток или еще чего-то. Ну, явно не на том, где мы находимся. Ну, я все записки себя тут не собираюсь, это потому что займет очень много времени. Да и смысла особо много не вижу. Что найдем, то найдем, как говорится. Меня вот этот лесок, блин, смущает. Сейчас, если эта скотина откуда-то выскочит, мне даже, собственно говоря, бежать-то некуда, в принципе-то. То есть я просто буду заперт в ловушке. Где-то опять записка. Судя по звуку, где-то наверху. Слева. Мы попытаемся найти. Вот она. А чё так стемнело, ё-моё? Какого фига, блин? Чё-то так темно. We arranged with the locals that they will give us a ride to the location of the second camp. We helped them unload the carts and waited for the horses. At approximately 4 p.m., we set off to continue our journey. We managed to replenish food supplies so we could eat something on our way there. The horses are moving slowly. It's making me sleepy. It's getting dark. The second camp was an abandoned village. We found a house to stay at overnight. In total darkness, we started setting up a fireplace. Everyone cut themselves on nails sticking out of the boards. Apart from that, everything was okay. Then it all started. Началось это. То есть тут выходит где-то даже домик есть походу. Ну фиг с ним. Вот эта темень меня очень смущает. Где я записку нашел? То есть тут, да? Одна точка у нас где-то вот тут. Так, а вторая где-то вот тут. Блин, ну по идее мне просто надо по тропинке выйти куда-то вот сюда вот. В это место. И тут что-то будет. Но еще вот тут что-то есть. На. Окей, там что-то, кстати, светится. А, вот он, этот домик, кстати, походу, в котором в записке говорилось. Это он и есть. Похоже. Ой, ёб твою мать. Смотрите под ноги. Что-то тут как-то... Ой, бля. Гопник идет, валим нафиг. Блин, там лед повалился, что ли? Фальшиво. Вот я не понял. Где он дом? А, вот он дом. Вот он. Так, как туда попасть-то, блин? Стоемный домик, блин, конечно. Очень стоемный. И там что-то сверху есть. Так, надо понять, как туда попасть. Срочно причем.
Еще где-то записка. Так, там мостный... Ой, бля, идет этот мудак. Извиняюсь за выражение. Где-то записка тут еще в кустах. Не, момент нашли, конечно, замечательный. Записки читать. А, знаете, не очень удачный момент читать все это. Ребят, кому надо, почитайте на пол. Момент не очень удачно это читать тут, блин, когда эти гопники рядом ходят. Я что-то там даже не знаю. Ну нафиг. Я, конечно, не знаю, может, конечно, они не будут атаковать, но я рисковать не хочу. Ну да, кстати, это координата, вот этот домик, походу, мне сюда и надо. Так что я верно пришел, кажись. Пришел я верно, это хорошо. В домике, может, что-то и найдем интересное. Тут что? Так, ладно, мне не туда, мне в домик надо. Идем в домик, ничего не смотрим, просто идем в домик. Я, правда, конечно, записку не почитал, ну, блин, ладно. Кому надо на паузе глянуть? Блин, этот говнюк где-то рядом. Судя по звуку. Причем очень рядом. Так, надо быстрее в домик идти. А то это сволочь по мэдам идет по пятам. Не, вот эти, блин, чувачки какие-то вообще непонятные. Это такая жесть. Уеб твою. Так, что тут у нас? Какая-то амуниция. Радио. Мадам. The sun is just starting to set. I see it like I am there myself. As if I'm standing there in the middle of the forest. I'm not sure what is going on with reality. I'm writing with my own blood on a tree. My own name. Anton. No, not mine. His. The sun is just starting to set. Orange mist. Orange mist all around. I see their bodies coming out of the woods. I hear a scream. A horrific scream of terror. Is that my voice? I think it is. Where's Anton? Where did he come from? How did he get in? The sun is just starting to set. He's in me. He's in my head. He's coming in through my eyes. The eyes are windows to the soul. He has no soul. Where is Anton? I am dropping in a bottomless abyss, falling into the pass. Dead and rotting hands are catching me on my way down. I can feel them whisper into my ear. Now you are ours. You will never leave us. I'm calling him. I'm calling Anton. Where is Anton? I don't know. I see nothing. My eyes are overflowing with blood. I have to escape. I have to run away. I have to start running. The sun is just starting to set. Ёб твою. Зашибись. Что-то явно нехорошее тут происходит. Я посижу в шкафу, надеюсь, никто не против. Вашу мать. Ё-моё. Замечательно. Просто замечательно. Все, нафиг сваливаем отсюда в задницу. Просто сваливаем.
Звуки уж слишком какие-то долбанутые. Так, тем временем мы еще одну координату нашли. Кстати, мы все ближе к финалу подходим. Осталось 3 точки только найти. На удивление, я думаю, что это больше времени займет, если честно. Следующая вот координата у нас где-то вот тут. То есть теоретически мне бы сейчас выйти на дорогу вот тут и идти бы сюда вот. Я думаю, на этой координате можно будет закончить эту часть, я так предполагаю. Но это посмотрим, как говорится. Так, ладно, надо выбираться отсюда к чертям собачьим, да побыстрее, я так думаю. Идем, короче, к последней точке. Я думаю, вполне возможно, учитывая то, как мы все это быстро находим. А, что за звук? Что следующая часть может быть даже последняя, я так предполагаю. Ну, я, конечно, знал, что игрушка неподожительная, чтобы настолько. Потому что, насколько я знаю, весь сюжет в том, чтобы найти вот эти вот координаты. Тут, кстати, где-то звук бумажки был. Не понял. Не ясно, где этот звук. Может, где-то что-то тут. Давайте осмотримся. Торопиться-то некуда. Нет, не тут. Тут всего лишь тупик. Ладно, что-то с этой запиской. Тут, в принципе-то, основной сюжет подается через вот эти точки, блин, где мы все находим. Так что не критично. Так, где бы знать, я сейчас нахожусь? Потому что я ни хера не понимаю. Блин, найти бы то место. Так, вот тут посветлее немножко. А это я случайно не назад, кстати, иду. Потому что если назад, то все херово. Назад-то не надо. Хотя вроде бы нет, места с не помню эту. Да не, я тут не был. Чего-то херово, непонятно, где я сейчас нахожусь вообще. Найти бы хоть бумажку какую-то, блин. Хотя бы даст малейшее представление о том, где я, блин, нахожусь. А, не, вот где-то есть. Вот тут вот где-то. Побежали к ней. Вот она. Запись устных показаний Бориса В. 5-летнего мальчика, который, возможно, подвергся воздействию неизвестной силы, которая вызвала смерть 12 человек в комплексе Владимир 30. Борис, так, я видел вас во сне. Вы задавали мне те же вопросы, что и сейчас. За вами стоял тот же мужчина. Доктор Григорий Атанович. Борис, за мной никто не стоит, здесь никого нет. Борис. Нет, доктор, этот мужчина хочет, чтобы я вам передал, что в оранжевом свете мир выглядит красивее, и просит вас посетить камеру номер 7 в секции 22. Доктор, откуда ты знаешь, что это все это, Борис? Твой отец работает в нашем отделе? Борис, нет. Григорий, сукин ты сын, я видел это собственными глазами. Я видел, как ты ведешь людей к глазу Бога. Я видел, как горит их кожа, вламываются руки. Я видел кошмары, которыми они заполняли их разум. Ты действительно думаешь, что никто об этом не знает? Думаешь, никто не выжил? Он показал нам. Конец записи. Чё-то какая-то жесть тут творилась, молясь. Где я? А, так я в нужном месте, кажется, вот он. То есть мне, в принципе, сейчас сюда помните, вообще не ш... Удачно. Очень удачно. Вообще по миштяк. Сегодня явно мой день. Блин, всегда бы так, я... Опять какие-то тотемы, что ли? Так, мне вроде бы сюда. Напрямки. Идти. Чего? Это нормально вообще? Хотя, чё я удивляюсь? Ой, только не дымок, ой, нафиг бежим. В задницу дымок. Меня дымок бесит уже. Нифига себе. One more.
My body is a shell, and I am ready to absorb him. Now I see the plan. I see the magnitude of devastation. The Creator summons me, and I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. I hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord! Free them and take me instead! Fulfill your revenge at the hour of my death! An army of angels comes out from the orange light. Their song is made of one powerful voice. I feel their presence, their twisted faces, their black eyes drilling into my consciousness. They demand to finish the work. Oh, his presence is overcoming me. So poor and defenseless. What have they done to you? What harm? There is a place. You were there, and so was I. A huge gate, and the Creator hidden behind it. Only those few who touched him could understand, but you could. Understood, and I understood through you. Жесть. И долго меня колбасить так будет. Походу долго. Скелет, животоприношение какое-то, что-то тут делали. Не, огонь уже потух. Они бы все такое же. А, все нормализовалось. Так, и собственно что, у нас осталось две координаты. Тут мы все нашли, походу, я так понимаю. Надо вынуться немножко назад, перейти по мосту, пойти вот сюда. Повернуть опять на мост, скажись, и идти дальше. Какие у нас координаты остались? 51.30. Это где-то... Ну вот тут, вот в этом кусочке вот где-то. И 62.47. 62 47. Ну то есть вот тут. То есть сейчас, наверное, пойдем сразу вот сюда. И уже потом в последнюю координату вот сюда. И походу на этом игра уже, я так понимаю, закончится. Правда, тут еще пятачков до хера неисследованных остаются на карте. Но это я все так понимаю для поиска записок, скорее всего. Обидно, я думаю, игра будет попродолжительнее, если честно. Думал, буду полтать, а тут, в принципе, все линейно, на самом деле, легко. Не, на самом деле, вот эта часть была поинтереснее предыдущей, лично мое мнение. Кстати, мы, походу, к Мейку следующий раз отправимся. К вот этому. Потому что нам в ту сторону. Противников-то особо, конечно, нету, всего лишь эти тени, блин. Ну, и изредка какие-то звуки непонятные, этот оранжевый туман. Но, тем не менее, игрушка атмосферная, интересна. Интересно вообще, к чему все это приведет, конечно же. Очень. А на этом вообще все, наверное, продолжим в следующий раз. Всем удачи и пока.